И приятно видеть, что сегодня в этом зале собрались не только люди разного возраста, но и нас пришло достаточно много для того, чтобы сказать о том, что даже своим внешним присутствием мы таким образом поддерживаем нашу команду, поддерживаем наш спорт и, наверное, вместе с командой пройдем, на мой взгляд, я искренне в это верю, и, конечно, хочу, достаточно успешный сезон. Я недавно был у руководителя нашего государства, президента страны Владимира Владимировича Путина, и от вас, от всех, в том числе, слава и от команды, передал приглашение посетить игры чемпионата мира по хоккею с мячом. И было очень приятно видеть о том, что Владимир Владимирович с огромным удовольствием не только расспросил о том, как играет сегодня команда, о том, как развивается этот вид спорта, о том, какие параметры у нашего дворца спорта, но и согласился приехать на игры чемпионата и, самое главное, попросил меня, в моем лице и, наверное, остальных губернаторов, серьезно отнестись к поддержке этого вида спорта. Я еще раз хочу вот из-за этого микрофона сказать о том, что несмотря ни на какие там экономические или какие-то другие сложности, которые есть в Российской Федерации, есть в мире, есть и у нас, скорее всего,